Всем добрый день! Я 28 сентября зарегистрировался в компании APL. Знаете, компания мне очень понравилась. Я 29 сентября у себя на странице ВК разместил информацию о том, что я вот зарегистрировался, кайф, ну это... Мне тут же прилетело от одного человека, там он под этим сообщением написал: «Хорошее дело сахар продавать». Ну, это вот такие дрожжи. Я 30 сентября уже получил посылку, знаете, так быстро. Ну, я человеку, который под роликом написал вот это, мы там поспорили. Не это, то не под роликом, под моим сообщением на странице. Я ему очень благодарен, потому что я начал изучать. И то, что вот изучал, мне действительно понравилось. Вы знаете, я даже вот когда у меня там горло заболит или там, ну это, кашель начинается, я обычно в аптеке беру леденцы там такие, там мед с этим, с лимоном, эвкалипты, ну, разные такие это. И быстренько, вот оно, когда только начинается, я быстренько этим лечусь. Это вот то, что эти леденцы тоже продаются там в компании, они производятся на собственном заводе. Но там разработка это купленная, там завод работает в Молдавии. И вы знаете, вот насчет этого сахара, то, что он мне написал, там, говорит, хорошее дело сахар продавать. Там содержание сахара довольно-таки маленькое, но, вы знаете, там же довольно-таки много полезных в каждой, там много всяких этих леденцов разных, ну, дрожжи вот это, и оно же в это входит, в состав. И чтобы он не горькое было, вот действительно сахар. А там содержание его, там в 5 вот этих леденцах меньше 4 граммов. А вы знаете, человек по международным стандартам должен 25 грамм сахара принимать. Ну, такое вот стандарты такие. Просто это вот знаю. Ну, посмотрел тоже, изучил. Ну, знаете, мне действительно понравились эти леденцы, потому что, вы знаете, вот я как будто в спячке какой-то был, а тут начал это принимать, мне так хорошо, ну, это бодро стало. Ну, если там деды разные пишут, что говорят, как вторая молодость началась у людей, ну... Я думаю, что это. Я много откликов посмотрел, там и ролики, в сети тоже всякие. Ну, есть отрицательные, но обычно, я не знаю, это какие-то скептики. Ну, это всякие люди бывают, так что это. Ну, компания действительно, она сколько уже, с 2011 года, вот сами посчитайте, 12 лет компании скоро будет. Ну, это в следующем месяце, я так понял, 11 ноября. Так, за это время она там поднялась на первые места. Ну, и знаете, вот компании вот из России многие уходят, потому что их там заставляют. А здесь вот, пожалуйста, наоборот, в Подоскове завод строится. Это будет еще лучше, потому что... Мне он рассказывали про один случай, что когда в Россию там поступала продукция, приезжали там из-за границы, из Азии, чемоданами закупали и увозили себе. Чуть ли не лишили россиян вот этой продукции. Ну, значит, это классная, качественная эта продукция. Я как бы тоже уже не молодой, мне 64 года, более 30 лет в шахте работал. Ну, проблем тоже хватает всяких. А, знаете, я думаю, что мне это очень нравится. Попробовал, классная вещь. Так что думайте сами. А если что, обращайтесь, я вам помогу и купить, и подскажу, что...
купить вам на это можно, потому что вот эту продукцию может купить любой пенсионер даже. Ну, то есть с небольшими заработки могут люди себе позволить это. Мало того, я вон там смотрел, одна женщина вообще вся в долгах была, сейчас миллионер уже долларовый. Так что, если кого-то за горло взяло, он ищет, как говорится, эти способы себе помочь. Не только в финансовом, но и на здоровье. С вами был Виктор Кожанов. Так что я свои данные там оставлю под роликом. Вы обращайтесь, не стесняйтесь, это вам же будет польза.